Наши еврейские праздники известны своими именами. Вот сегодня день Ту Бишват, мы все знаем это, день Ту Бишват. Следующий праздник ровно через месяц будет у нас Пурим. И затем праздник Песах, праздник Шавуот, праздник Суккот. Праздники, каждый праздник имеет имя. Но шаббаты, в основном шаббаты не имеют какие-то особые имена. Шаббат достаточно. Вместе с тем есть шаббаты в течение года, которые имеют особые имена. Например, шаббат перед Песах называется как? Шаббат Агадол. Великий шаббат. Шаббат между Рош ха-Шана и Йом Кипур называется шаббат Шува. Также шаббат перед Пурим называется шаббат Захор. Шаббат перед Девиат Авава, шаббат Хазон, шаббат после Девиат Авава, шаббат Нахаму. Есть, как мы упоминали, некоторые шаббаты, которые имеют свои особые имя. Но все эти шаббаты, которые мы упоминали, они как-то связаны с праздниками. Или из Пурим, шаббат Захор, или из Песах, шаббат Агадол, или из Рош ха-Шана и Йом Кипур, шаббат Шува, или из Девиат Авава, шаббат Хазон и шаббат Нахаму. Но есть исключения. Есть одна единственная шаббат, вроде бы простой шаббат посередине зимы, который не связан ни с предыдущим праздник Ханукой, ни с следующим праздник Пурим, и даже не связан с сегодняшним праздником Ту Бишват. И этот шаббат имеет свое особое имя, как шаббат Шира. Если дословно переводить, будет звучать шаббат песня. О каком песне речь идет? А песня, которую пели Моше и сынам Израиль сразу после этой огромнейшей чуда, которая была на Красном море. И в ответ спонтанной песни это была, когда они увидели это чудо, אז ישיר משה תגדה, פל משה יסינם ישראל, אתו היא פסניה כפסיבישנמו. איפה אתמו, אתו היא שבת, נזווה יצא שבת שירה. אינטרסנה, שטוב תורה כגדה מיתה וצ'טיים, פישצה, אתו היא שירה, אתו היא פסניה כקסטיך. נהיה פישצה כגדליני רוב נחסטרקוב, סטרקי, נו כקפישצה סטיחי. И вот поэтому это называется Шаббат Шира. Ровно 50 лет тому назад, и в Шаббат Шира в 1971 год, Любавичский Ребе задал вопрос. Это же не единственная глава в Тора, которая в ней есть песня. Известная очень Шират Ха-Азину, песня Ха-Азину. Книга Дворим. Перед последней глава в Тора, вообще книга Дворим и в Тора, глава Ха-Азину. Там песня Ха-Азину занимает вся глава Тора. От и до. Не как в этой главе Бешалах, что всего лишь 18 пасуков от весь глава это песня. В глава Ха-Азину, весь глава Ха-Азину это одна длинная песня. Это очень важная песня. Она тоже в Тора пишется, как наша песня в глава Бешалах, не как длинные ровные строки, но формат, как пишется стихи. И тоже написано в книге, что слугула, специальная заслуга быть благословлен Всевышнего в хорошей парнаса, читать глава Ха-Азину каждый день. Я знаю людей, которые уже много лет так и делают каждый день. После утренней молитвы, когда они снимают филин, они открывают Тора и читают глава Ха-Азину в качестве сгула на хорошей парнаса. Спрашивает тогда Лубавичский Ребе, в чем заслуга именно этой песни, которую пели Моше и сынам Израиль после чуда на Красном море, что этой песни отдала этому шаббату особое название «Шаббат Шира», и почему в шаббат Ха-Азину, шаббат, когда мы читаем шаббат песня Ха-Азину, которую тоже мы знаем, что это очень важная песня, и Тора к этому относится как песня, эта песня не тянет за собой, что в шаббат Ха-Азину будет иметь особое название шаббат Шира. Ребе отвечает тогда 50 лет назад, Ребе ответил две очень интересные основные вопросы, которые должны и по сегодняшний день толкать каждого от нас к хорошему действию.
Говорит Ребе, во-первых, нам кажется, что Шаббат Шира, Шаббат Песня, называется эта глава в честь песни, которую пели Моше и сынам Израиль. Нет, говорит Ребе. Там была еще одна песня. Сразу, когда завершается эта история с этой песней, мы читаем, что и взяла Мирьям Аневия, Мирьям, которая была сестра Моше и Аарон, она взяла барабан. И все еврейские женщины за ней взяли своих барабаны, и впервые в истории еврейского народа еврейские женщины активно поют, активно играют и активно участвуют в этой радости. Они поют вместе с Мирьям большая песня к Всевышнему. И говорит Мидраш, что радость еврейской женщины в это время была гораздо больше, чем радость мужчины. Еврейская женщина символизировали тогда полную веру и уверенность во Всевышнего. Мидраш рассказывает, что во время египетского рабства мужчины уже опускали руки. Они уже потеряли надежду в том, что когда-то будет освобождение, что когда-то придет Моше Рабейну и освобождать их все из Египта. Они все уже строили планы оставаться в рабстве на долгие-долгие годы. Они даже не хотели создать семьи. Они сказали, какой смысл рожать детей и в такие тяжелых условиях. Но кто не давал этого случиться? Именно еврейские женщины. Они были уверены, что все, что Бог обещал, так и будет. И все слова Моше Рабейну обязательно будут реализоваться. И поэтому они рожали детей и воспитывали детей, несмотря за такое тяжелое время. И благодаря них, написано «Безхут нашим цидканиот», благодаря еврейские женщины праведницы, мы заслужили освобождение из Египет. И мы видим их поведение. Откуда у них были барабаны здесь после в пустыне Синай, после того, что прошли Красное море? Знаете откуда? Они знали, что будет чудо, когда они вышли из дома, что они купили в Египет перед тем, что ушли, они шли в музыкальных магазинах и купили себе инструмент барабан. Они знали, скоро наступит время, когда мы все будем петь и танцевать. Они символизировали в их поведении и в Египет, и при выходе из Египет, самый сильный эмуна, вера и битахон, уверенности в слова Всевышнего. И вот поэтому, благодаря них, это и Шаббат, считается Шаббат Шира, называется Шаббат Шира не в имя песни, которую пел Моше и сынам Израиль, песни, которую мы читаем каждый утром на утренней молитве. Нет, друзья. Это и Шаббат называется Шаббат Шира, и в честь именно этой песни, которую пела Мирьям, Аневиа, вместе со всеми еврейскими женщинами. Они являлись и являются для нас пример на полной уверенности в словам Тора, на полной уверенности и в словам Моше Рабейну. И благодаря этот, чтобы мы повторили каждый год для себя этот урок, именно этот шаббат, говорит Ребе, называется шаббат Шира. Чтобы мы напомнили себя, надо укреплять веру. А когда у нас есть полный битахон, мы заслуживаем и будем заслужить, мы заслужили освобождение и будем заслужить и ближайшее освобождение с Машиахом. И еще один пункт очень важный, добавил Ребе тогда, в этой особой беседе 50 лет назад. У женщины была самая большая радость. Там тогда они видели это чудо, у всех была радость большая, у мужчины и у женщины. У женщины радость была еще больше, чем у мужчин. Освобождение из Египет и освобождение из Галут не может быть полное, если отсутствует радость. Эта радость, тут не была просто пение, это не стих, который они красивый стих писали и читали, и в Торе это пишется как красивый стих. Нет. Эта песня символизирует радость, которая там была. Не просто радость. Это была радость настоящая, которая выше от всех ограничений. И именно эта радость может стать причиной на освобождение из Египет. Египет, у каждого от нас испытывает свой личный Египет. Какие-то ограничения, которые мешают нас. И параллельно к этому у нас есть все ограничения, которые в это непростое время нас окружают.
учит нас эту глава «Шаббат Шира». Хочешь пить освобожденный из Египет, от твой личный Египет, и от общий Египет хочешь заслужить прихода Машиаха и настоящее освобождение? Смотри, что было тогда. Шира, песни и танцы, по-настоящему радоваться, по-настоящему быть благодарен Всевышнему. И именно это будет нас толкать к настоящему освобождению. Обратите внимание на интересную вещь. Мы читаем каждое утро молитву. Вся молитва одинаковая, ничего не меняется, ничего особенного, ничего не интересно. Люди даже говорят, что это уже стало им, не дай Бог, скучно. Но они не правы. Есть один вещь молитва, которая каждый день меняется. Знаете что? Это песня на каждый день. На воскресенье одна песня, на понедельник другая песня. Сегодня песня, которую пели левиим в храм, на ступеньках в храме. И они пели отдельных песней, в воскресенье один, понедельник другой, и в шаббат совсем другой. Левиим, когда они служили в храм, там была большая, очень большой хор, 120 человек. И они сопровождали служение в храм, когда принесли каждый день жертва тамид, они этого сопровождали, и в особых песнях благодарности Вишнаву. И смотрите, интересная вещь. Менора, которую зажигли в храм каждый день, мы не зажигаем. Жертва перенесения, которую принесли в храм каждый день, мы тоже не принесем сейчас, даже нам нельзя этого делать. Один вещь сохранялась. Песня на каждый день. И несмотря, что тогда этой песни пели только левиим, мы не говорим на те, которые с колена леви поют и песни каждый день. Каждый от нас поет каждый день песня Бога. Почему? Если мы скучаем за храм, если мы хотим заслужить строительство храма, что надо делать? Шир шел йом, пет каждый день песня Всевышнему. И благодаря, и поэтому этот шаббат, который напоминает нас об этой песне, который напоминает нас о важности быть радоваться и быть благодарным Всевышнему, именно этот шаббат и никакая другая шаббат называется в этот особое имя «Шаббат Шира». Я желаю нам всем, дорогие друзья, чтобы мы действительно пели в этот шаббат, чтобы мы пели каждый день, чтобы Всевышний создал нас таких условий, таких удач, такие благословения, такая крепкая здоровье, что у нас будет спонтанная песня благодарности Всевышнему за все добро. И мы заслужим в самое ближайшее время пет большая песня вместе с Машиах в Иерусалим и в храм, который он будет для нас строить.